момент ближе до начала припева. Итак, мы с вами начинаем с положения в диагональ стоим. Назад так. И поднимаем руки вверх, поднимаем правую ножку. На раз. Раскрываются руки назад. Вес переносим на правую ногу, голова опущена вниз. На два поднимается голова, и мы начинаем делать волну назад. Три, четыре. Опять на. И пять, шесть, семь, восемь. Две волны повторяются. Дальше затак тот же самый. И раз. На два мы разворачиваемся, бьем себе таз. Два. Отталкиваемся от пола. Три. Делаем прыжок. И когда мы приземляемся после прыжка, у нас руки собраны вместе над головой. Три. Снова прыжок. Четыре. Руки размахиваются в сторону. Угу. Еще раз собираем этот кусочек. И раз, два, три, четыре. И пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре. Угу. Дальше. Пять, шесть, семь, восемь. Мы начинаем подходить вперед. Можно также делать этот шаг просто с положение стоя, можно делать его с прыжка, то есть раз. Какой ногой вы будете шагать вперед, тоже не принципиально, но центровой шагает с левой. Поэтому мы закончили. На раз делаем шаг. Раз. Дальше другая нога. Два. Подставляем. Три. Стоим на месте. Четыре. Руки после прыжка закончили здесь. На наш первый шаг мы показываем правой рукой. Раз. Один палец. На второй шаг показываем два, два пальца. На третий, на подстановку, берем себя за голову, через низ поворачиваем влево, три. И на четыре возвращаем голову через низ обратно, четыре. Угу. Собираем эти шажочки. Мы приземлились, четыре. Шагаем пять, шесть.
и 7. Дальше левая рука выходит в диагональ, можно в кулаке, можно с прямой рукой. И правой рукой 8. Делаем такое шлепающее движение. Угу. Еще раз, руки. Мы с вами закончили здесь. И закрыли голову, закрыли грудную клетку, закрыли таз и махнули рукой. Угу. С ногами закончили здесь. Нам нужно сделать, оттолкнувшись двумя ногами от пола, сделать прыжок и повернуться к диагонали. Раз. Дальше оттолкнуться только левой. И два. Еще раз. И три. На и сидим. И на четыре поднять правое колено к себе. Соединяем это с руками. Мы закончили здесь. В момент прыжка руки у нас уходят назад за голову. И раз. И когда приземлились, мы закрываемся. Дальше отрывается левая нога. И два. Закрылись. Опять отрывается нога. И три. И делаем замах. Берем себя за колено. Четыре. Поднимаем его и через круг ставим пять. Это будет наш толчок. На пять мы сделали толчок и повернулись прыжочком в диагональ. Только это поднимем, как будет раз, насколько я помню. Раз. Здесь присели, оттолкнулись. На два. Прыжки повернулись в диагональ. Два. На три. Руками бьем по тазовым косточкам. Три. Прыжок на четыре в обратную сторону. Четыре. Пять. Шесть. Снова повернулись. Семь. Правая. Восемь. Да. Еще раз с этого момента. Четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. Раз. Оттолкнулись. Два. Три. Четыре. Диагональ будет.